А перед началом ролика я бы вам хотел порекомендовать подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о новостях, и также я там публикую постоянно свежие выплаты. Также можете узнавать о новых раздачах токенов, о криптовалюте и много еще чего интересного. Ссылка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. В этом ролике я вам покажу выплаты из 3 Telegram-ботов, в которых я зарабатываю криптовалюту, просматривая сайты абсолютно без всяких вложений. На самом деле у меня таких ботов 4, просто в одном из них немножко тяжело набрать минимальную сумму. А в этих 3 это очень и очень легко. На канале уже есть полный обзор данных ботов, давайте его найдем. Вот это видео, заработок Telegram 2020. Сейчас в правом верхнем углу у вас появится подсказка, можете на нее нажать и перейти на этот видеоролик, также его посмотреть. Ну давайте перейдем к Telegram ботам. Покажу я на примере бота доджиков. Все очень просто. Нажимаете кнопочку меню. Ну, у вас, если вы еще здесь не зарегистрированы, просто переходите по ссылке в описании, переходите в Telegram и будет кнопочка старт. Нажимаете старт, откроется меню и можете просматривать сайты. Просматривать очень легко. Вот здесь вот нажимаете Visit Sites. У вас открывается вот такой вот сайт, нажимаете Go to Website, открыть, у вас открывается окно в браузере, теперь необходимо подождать 10 секунд. Ну, иногда бывает дольше, иногда здесь необходимо ввести капчу, иногда вот здесь подождать таймер. Но обычно это вот так, как сейчас. Вот, как видим, 0.06 доджика я уже заработал. Бывает такое, что по 1.5 доджика даже за один сайт, и теперь могу открывать другой сайт. Как видим, зарабатывать здесь очень легко. Также реферальная программа во всех ботах абсолютно одинаковая, как и заработок. Как видим, 15% от заработка и 1% от пополнения на рекламу. У меня в данном боте 28 рефералов, которые мне уже принесли почти 9 доджикоинов. Ну что ж, теперь давайте будем выводить. Для этого нам необходимо нажать кнопочку «Баланс». У меня 47 доджиков, почти 48. Далее вот здесь вот нажимаю «Withdraw». Теперь мне здесь необходимо прописать мой Dogecoin адрес. Я уже преждевременно сделал вот такой вот документ с адресами. Так, Dogec я скопировал. Возвращаюсь в бот, вставляю адрес. Далее прописываю сумму, минимум 4 Dogeca. Я делаю вот так, просто скопирую вот эту сумму и сюда вот ее вставлю. Отправляю. Далее проверяю, все ли правильно, сумма, адрес. И нажимаю Confirm. Все, моя выплата отправлена. Ее можно посмотреть в истории транзакций. Давайте, кстати, перейдем, посмотрим. Вот, все. Как видим, она пока что в пендинге. Но скажу сразу, что с ботов выплаты приходят довольно быстро. Буквально через несколько минут. Так что все здесь хорошо. Так. Переходим на следующие боты. В этот раз будем выводить Zencash. Так. Сразу нажимаю withdraw. Как зарабатывать не показываю, потому что все боты абсолютно идентичны. Тоже прописываю здесь адрес кошелька Zencash. Я все вывожу на криптонатор. Это мои кошельки с криптонатора. Копирую. Опять здесь вставляю. Далее прописываю сумму. Минимум 35 тысяч. У меня 114 тысяч. Так, копирую вот эту сумму. Вставляю. Так, все правильно. И подтверждаю. Все, я подтвердил. Если перейти в историю, тоже выплата находится в пендинге. Следующий бот, это у нас бот по лайткоинам. Все то же самое проделываем. Нажимаем кнопочку withdraw. Свой адрес. Так, сейчас я скопирую адрес. Так, скопируем. Вставляем вот сюда. Отправляем. Далее опять же копирую сумму, которая у меня на балансе. У меня 117 тысяч сатошков в лайткоинах. Вставляем, отправляем. Так, все ли правильно проверяем. Адрес. Давайте вернемся к адресу. Адрес правильный. Подтверждаем опять. Так, ребят, выбила мне вот такая вот штука. Я только что все это переводил в Google переводчике. И здесь написано, что будет комиссия. То есть в боте по лайткоину есть комиссия в размере 248 сатошиков лайткоина. Это совсем немного, поэтому ничего страшного. Нажимаем Confirm. Все, здесь тоже наша выплата отправлена. Тоже находится в пендинге. Так что можно ждать выплаты. Четвертый бот это у нас
тот же бот, как и другие, только по биткоину. Вот, биткоин, кликбот, все то же самое. К сожалению, у меня здесь только 102 сатошика, я минимальную сумму не набрал, она составляет 3000 сатошиков. Как я сказал, набрать ее, в принципе, здесь сложновато. А на других ботах можно либо за один день, либо за несколько дней, это максимум. Кстати, давайте перейдем обратно в Dogebot, перейдем в историю. Вот, как видим, статус send, то есть выплата мне уже отправлена. В любом случае, чтобы сейчас не ставить ролик на паузу и не заходить в мой криптонатор, с помощью магии монтажа я прикреплю все выплаты из трех ботов, которые вы уже сейчас видите у себя на экране. Так что, как видим, данные боты платят, и здесь, в принципе, можно неплохо подзаработать в криптовалюте. Ну что ж, на этом я буду ролик заканчивать. Все ссылки вы найдете под видео в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!